отманивает волков на ОВ. Мега агрессивное начало, согласитесь. Ну, это просто один из первых рабов, просто сразу бежит к вам. Вот и все. И даже не знаешь, где барак заказывать, на мейне у себя или там. Вот Мун думает. Что мы смотрим? Мы смотрим полуфинал ПГЛ Season 4. Вот, от первого лица в исполнении Муна против китайского знаменитого игрока ТХО. Турнир очень хороший, ПГЛ уже идет там четвертая фаза, это где-то восьмой игровой день. Все очень плохо. Что? Кого? Присту? Присту заказал наш герой. Играть без барака. Что интересно? Или просто не показали барак? Нет, барак все-таки строит. У себя на мейне, думает, как застроиться лучше. Он уже готовится к застройке. Но видно, что волнуется Мун. То есть он выбирает двух виспов вместо одного. Ай-яй-яй. Приста первым героем. Это что-то. Да, очень грустно. На самом деле. Продолжаешь штамповать виспов. Не сделал еще разведку. Так, а Хумен вообще первым рабочим побежал. То есть он на противоположном респауне находится. Пошел застраивать уже? Очень интересно. Нет, крепиться вообще он должен. Да, побежал крепиться. Приста туда же взяла в качестве первого скилла, кажется, стрелку, насколько я помню. Так. Проверяет количество виспов. Смотрит, ставит второй барак. Да, тут у нас Приста. Она начинает атаковать Архмага. В корне поменял стратегию Мун по сравнению с прошлой. Вот, и играет сейчас вообще в Масхантре с одной пристой. То есть, в общем, мега-мега классика. А наоборот, выбрал, то есть, стратегию, которая является такой агрессивной. И довольно универсальной, можно сказать. И против экспанда она неплоха. И против застройки она тоже очень хороша. Так, находится рядом, старается дэмэджить Архмага. Архмаг тоже стреляет по Присте, очень неприятно, кстати. Пытается оббежать, можно заходить, скоро будет, сейчас ночь наступит, секунду на секунду. Так, ночь. Вот, что делает противник? Это самый главный вопрос. Нужно делать разведку, смотреть. Вот либо экспанд, да, правильно делает Мун, либо застройка. Но застраивать очень стрёмным, потому что есть Hunter's Hole, сразу протекторы втыкаются, есть Huntress и... Но чем, как говорится, ТХО не шутят? Он, противник-то очень опасный, приста с сапогами, очень резвая, очень резвая. Никто от нее не скроется, не убежит. Но противник вроде не собирается ставить экспанд, неужели он будет застраивать? Не торопится с грейдом Мун. Вот что делает враг? Вообще враг может еще грейд просто заказать на Тайр 2 и выйти в рифлов. Вот, сейчас и собирается сделать разведку Мун. Так, подошла Приста. Теперь вместе с Хантреской они гораздо быстрее вырубят Архмага. Тем более Приста с сапогами. Почему-то она не бегает за Архмагом, что довольно удивительно. Но врезает футменов. Так, минус фут. Один. Добивает его причем Архмаг. Что тоже интересно. А пристав уже совсем ей плохо. Выкапывает один барак Мун. Видимо, понимая, что его не собираются застраивать, не собираются ставить нычку, а собираются делать грейд на ТР-2. Вот, поэтому он выкапывает. Барак очень классно бегает перед Архмагом. В это время пристой там атаковал сзади, но пристав очень битая, и ей приходится вернуться на базу. Барак в это время и один, и второй выкопался. Наступает фаза интенсивного крипинга. То есть был у нас типа Mass Huntress, мы построили 3 или 4 штучки. 3 вроде как, да? 3 штуки он выбрал, просто там еще, кажется, одна была. Там такая битая-битая. Уходила она домой. Ну, возможно, это уже подлечившаяся, которая вернулась. Так, здесь футмены. Мы атакуем футменов. Возвращается Архмаг вообще не зачем. А, у него тоже сапоги, судя по тому, как резво его конь несет. Так, но с другой стороны, там же бараки выкопались, и нужно же... Отжимает футмена. Смотрим, что делается. Башня. Нычка будет у противника. Нычка. А, нет, грейд. Все.
Грейт на Тайр 2, причем очень ранний, мы видим. Сейчас вырубают Хантрессы и Приста башенку. Вынужден ее отменить противник. Вот, но у него Грейт на Тайр 2. То есть вообще у нас сейчас вырисовывается мега оригинальная игра. Очень оригинальная, потому что ни один, ни другой так не привык играть. Что Мун давно, наверное, не играл в Mass Huntress, хотя он любит Mass Huntress. Вот, что ТХО, его просто сейчас заставили сыграть в... Сейчас будет выбивание девайса, очень интересный момент. Выбивание девайса из вот этого синего Морлока. Но проблема в том, что здесь, если одним героем выбивать, то на него не кидают сетку. А если с Хантрессами, то сеткой ловит сетку ловит Хантресса, приходится оставаться здесь. Вот, Хантресса, правда, их отпустила от сетки, они как раз вовремя убегают, очень удачно. То ли повезло, то ли это вообще дерзкий расчет корейца. Бараки в свое время, в свою очередь, уже дошли до нужных точек. Архмаг там одного спугнул, там натравил нейтралов, но барак нормально отъелся елкой. И сейчас будет второй герой. Второй герой, подозреваю, что будет панда все-таки, потому что без панды сражаться сложно. Вот. Там будет Маутен Кинг, будут рифлы. Крепится, в общем, Мун при помощи барака, продолжает штамповать. Так, все, Хантресс он уже не штампует, он штампует виспов и делает две лорницы. Но это фактически стратегия нейтрона, так скажем, прямо. Если еще панда будет, то вообще стратегия нейтрона. 3-4 Хантрессы, Дриад играет на ТР-2. Да, но тут начало было другое, то есть мы видели, что Мун боялся застройки просто. И поэтому построил два барака. У нейтрона по стратегии один барак Хантрессы и вперед. Вот, но человек, который идет в один барак контресс, можно застроить. Точнее, его застроить гораздо легче, чем того, кто идет в два барака. Сейчас мы видим, что агрессивно очень двигается в сторону... там нычка уже, что ли, у эльфа? Да, нычка строится. Какой молодец. Так, а тут уже враг. Нужно хиляться срочно, нужно, может, пару виспов взять с собой. Потому что уже первые сорочки, а дриад еще нет. И нужно... Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Магазинчика еще нет, барак. Вынужден отменить нычку. А тут еще застройка пришла у нас. Ну, вообще шикарно. Барак возвращает на мейн, строит еще один. И протектор. Еще один протектор. Ух. Опасный момент. Очень опасный момент. Заказывает первую дриаду. Закупает лечение. Закупает ночь. Закупает еще одну дриаду. Готовится. Тут барак у нас. Нужно срочно им тоже садиться. Противник собирается прокрепиться. Значит, у нас есть время, пока достроится... Так, нападаем сзади. Ну, не будет застраивать враг. Сейчас ночь, кстати, закончится, и все равно Хантрессу это убьют, под слово. Так, нужно скорее сделать... Ай-яй-яй, убивает одну Хантресску. Хантрески это мясо на Тайр 2, как и предполагалось, как и ожидалось. Минус 3 2 элементалии, минус ману героев. Первые дриадки, отлично. Вот, но в самом начале, конечно, дриады Хантрессы помогают. То есть они... гоняют все, что можно. Даже рифлов, потому что их мало, и у них маневренность меньше, чем у... Так, ну сложный момент. То есть, с одной стороны, собирался он ставить экспанд, сейчас его поставили в ситуацию, что как бы я могу тебя застроить, он сразу, мало того, что экспанд отменил, он еще протектор заказал. А противник сейчас действует грамотно. А, вот он, рядышком уже. Судя по тому, что он отравлен, он закрепил какую-то точку, либо крепил. Эльфы тоже, ну, очень хочется крепиться. Очень хочется. И вроде как в медведи надо идти. Так, тут барак один крепится. Нужно отступать, потому что противник рядом. Протектор перекапывается. Противник будет пушить. Будет пушить. Только вот скорее накопит лимита под 50. Только после этого будет пушить. А эльфу нужно либо масить дриад. Но для этого нужна прокачанная панда. А, либо делать грейд на Тайр 3, выходить медведь. О, господи! Тут уже у нас нычка. Все, тут нужно вести себя очень агрессивно. Там уже база, нужно баракам перекапываться. Да, вот бараки строит эльф, потому что штурмовать больше некому. А, убивает рифла на такой волне. Надеется снести одну башню. Здесь барак сражается с монстриками. О, боже! Какое развитие событий! Это что-то. Вот снести бы одну строящуюся грыженную башню, приходит, очень много приходит, и ментов пригоняет сюда. Противник вырубает сорочку, вызывает элементаля, его сразу же диспелит. Панда получает левел ап, но есть став, кажется, у Присты есть став. Стафит великолепно, стафит
героя на свою базу, вырубает одного рабочего, вырубает второго рабочего, панда отпивается, закупается, покупает ночь, лечится в мунвеллах, так, перегруппировывает цель, ставит еще один барак, грейд на... Так, протектор перекапывается, дрядка подходит, минус еще один рабочий. Как контролит кореец, как он все вообще не забывает делать. Можно, кстати, этих волчков добить на радостной ноте. Но там две башни уже достроилось. Нужно только штурмовать. Мага очень прикольно штрафует дрядки. Выстрел, удар, выстрел, винные пары. Маг делает телепорт. Самое время организовать атаку на экспанд. Ну, в принципе, он мог телепортироваться и на экспанд. Хотя вряд ли, потому что армии рядом не было. Так, у бараков... В принципе, можно попробовать... А, у бараков есть уже грейд на ТР... В смысле, на передвижение. Покупает два свитка лечения Мун. Какой молодец! Какой молодец! Так, перекапываемся, перекапываемся под покровом ночи, пока никто ничего не видит. Заказываем еще виспов, дрядки подходят, свиток лечения берет. И нарываемся, нарываемся на эти две башни. Хуман должен попробовать... посражаться здесь. Он собирается это делать, телепортируется. Минус одна башенка. Барак нужно закопать. Закопать барак нужно. Ай-яй-яй. Три барака. Дисполем элементален. Начинаем атаковать. Свиток делает Мун. Бараки врываются, начинают помогать дрядкам. Но там две башни стреляют. Минус рифл, минус сорочка. Протектор перекапывается, заказываем еще барак здесь, еще один здесь, еще перекапываем сюда протектора. Падает дерево справа, падает райфл слева, молоток делает молотон кинг, начинает атаковать фокусно. Ой-ой-ой, панду там бьют, панду бьют, панда уходит. Минус еще одна башня в исполнении Муна. Деревья атакуют. Ох, как опасно, как опасно. Битых дриад отводит назад для того, чтобы эти продемеджили, и только после этого зачитает свиток. Но дриадки биты выбираются тоже вперед, они собираются сражаться. Их отстреливают башни, не успевают на самом деле. Панду телепортируют приста на базу, ее ждут там Мунвелла и магазин. В магазине закупается, Мунвеллах отпивается, покупает реген жизни, реген, в смысле, покупает бутылек жизни, реген маны, бутылек маны. Остается последняя башня у Альянса здесь, но... Так, и рифлы подходят сзади. Вот самое приятное, когда у противника подкрепа подходит вот так вот неудобно. Минус райфл делает Мун, отступает. Протектор стреляет, барак падает. Что же делать? Еще бараки нужны. Кажется, еще нужны бараки. Вырывается вперед Маунтин Кинг, у него очень мало жизни. Можно сделать дыхание. Дыхание есть, дыхание, минус Маунтин Кинг. Отлично, просто... Отлично, разрулили ситуацию, но еще не все потеряно, далеко не все потеряно, нужно проштурмовать противника, хотя он в такой плохой ситуации, просто в очень плохой, потому что здесь и магазина нет, и подкрепа не приходит, и уйти отсюда уже никак нельзя, потому что нужно проходить через целую армию дриад, поэтому все, что может делать ТХО, это строить башни, панда врывается, делает великолепное дыхание и по рабочим, и по архмагу, и по армии, врываются дриады, идут постепенным... Диспелит элементали, маг там вообще никакой, последний выстрел, и маг падает. Дриады забегают на базу, вырубают строящуюся башню, добивают последнюю башню, панда делает дыхание, все красное, все плохо, все лопается. И это казнь, это просто казнь всего того, что здесь осталось. Толпы рабочих, кастеров, рифлов. Ой-ой-ой-ой-ой. Еще одно дыхание, ну тут уже все, тут нужно сдаваться. Признавать свое поражение и выходить. Но ТХО не сдается. Он потерял здесь все. Он, видимо, воскрешает там Маунтин Кинга. Возможно, у него есть подкрепа на мейне, которая не смогла сюда дислоцироваться быстро. Есть даже вариант, что он сейчас бежит уже ставить экспанд вместе с Маунтин Кингом. И еще надеется. Но после такой ситуации Мун вообще правильно среагировал, абсолютно точно, мобилизовал все силы, которые мог вообще мобилизовать, вот, и отбил из очень, не очень, так скажем, приятной ситуации, из невыгодной ситуации, он отбился от врага. Панда лечится, снова там закупается, бежит, и сейчас агрессию пошел. Пошла агрессия со стороны эльфа, он крепится. В центре очень серьезные монстрики, плюс тут еще волки недокреплены. Нычка строится, барак проламывается. Зачем ворота? Можно прогрызть лес. Так, и... Нет, все-таки не строит базу противника, он собирается пропушить. Ну, эльфу тут торопиться, в принципе, не стоит. Тут ему просто нужно
так аккуратненько все расконтролит, дыхание, пары, дрядки, прыг-прыг-прыг, скок-скок. Очень битый, кстати, дряды. Барак окапывается, точнее, собирался окапываться, но не получилось. Матон Кинг уже здесь. Так, нычка строится, ну здесь что, 6 рифлов, 2 приста, ну это смешно против прокачанной панды, рабочие подошли. Ну, панды тоже так как бы, дыхание, пары, там дыхание, панда уже практически 4-го левела, свитоком пытается контрить панду, молоток, там баш, ну панда. Стафится, отпивается, пьет жизнь, регенерирует ману. Так, ну все, на нычку надо бежать, туда же противник придет. Незамедлительно бежит эльф на нычку. Да, тут уже разведка подоспела и сносит в экспанд. Но забегает дрядки, минус одна дрядка, это не страшно. Гром гремит за окном. Вот, и страсти тоже здесь разворачиваются в игре. А, ну, в общем, увидел ты хо, что противник делает, что он делает экспанд. Решил не торопиться, пошел в магазин, но далеко его не выпускает. Диспелит, кстати, прикольно, пристами винной поры. Тут еще монстры нападают слева, Архмаг их только-только отманил, вынужден отступать. Это так неприятно, когда ты играешь против дриад. Минус еще один райфл, минус дриадка. Архмага, кстати, можно убить. У него же был телепорт, да? То есть не было у него телепорта. Да, Архмага бьют, он читает еще один свиток, вызывает Элему перед смертью, умирает. Это барак выманил на самом деле монстров. Грамотный мунуский барак. Просто окопался, и монстров сработал скрипт, что, мол, надо бежать. Прикольно. Барак тут справился даже с каким-то монстром. Можно, в принципе, делать уже грейд на Тайр-3. Мун подштамповывает виспов. Ну, может быть, потому что ему леса не, там не хватает на дриад. Выкупил архмага в таверне. Это очень такой аркадный шаг. То есть, все, это значит, что я иду в последнюю атаку. Я потратил все там свои ресурсы на этого третьего, четвертого архмага. Вот, и очень хочу убить у тебя экспанд. Все, вот буквально это и значит. В свою очередь, там снова монстры подбегают сверху, потому что снова барак перекопался. Диспелит элементали, кидает винные пары. Диспелит, кстати, очень грамотно. Опять пристами винные пары с рифлов. Но стрела, присты. Так, сейчас будет минус райфл, его штрафанули. Еще за свитком, видимо, побежал там Архмаг. Его сейчас можно поймать, его монстры поджали не очень удачно. Ой-ой-ой, фокус, дыхание. Бьет, 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 бьет. И минус там стрелой последний добивает Архмага. Хотя очень много на этом Архмаге все-таки потерял эльф. Ставит присту, все грамотно. Так, тут достроилась уже под шумок нычка под эти во время этих постоянных битв. Она достроилась таки. Приста отпивается. Архмага снова выкупает, как будто у него есть экспанд. Да. Но, видимо, он не штамповал как раз армию. Либо сейчас просто не теряет ничего. И у него есть деньги для того, чтобы. На Мурлоков нарывается эльф. Тут они довольно битые. Хуман не собирается отдавать Мурлоков. Вот из какого из этих двух выпадает девайс? Из этого нет. Из второго. Да. Что там выпало? Большой бутылек инвула. Неплохо. Неплохо. Начинает чинить нычку. Штампует еще виспов. Заказывает еще дриад. Кажется, вышел из лимита эльф. Да, лоу апкип, вижу желтеньким там что-то светится. 54 лимит у эльфа. Он закупается постоянно. Строит. В общем, сейчас Хуман будет опять атаковать. Вновь очень агрессивно играют. Ночь, регенерация маны, жизни. Барак идет. Противник атакует. О, приста можно подрезать. Протектор атакует. Берет всех виспов, идет лечить, чинить протектор, панда дышит, панда кидает винные пары, подходит рифлы из дриадки и сразу же их там атакуют, фокусно очень удачно подрезают. Правда, дриады тоже падают. Кстати, очень сложно сейчас эльфу без медведя будет биться. Панду снова телепортируют, тут ой-ой-ой. Ну, вообще, как бы далеко не все потеряно. Тут у Хумена он накопил армии тоже лимит под 50 нужно. Тут в прямой битве сложно сражаться, потому что рифлы все-таки сильнее. Молоток кидает в панду. Протектор, конечно, стреляет. Барак окапывается. Дриады сзади подходят, я уверен. Нужно диспелить панду практически пятой, наполовину пятой. То есть нужно еще немножко пару юнитов подрезать. Снова молоток кидает Маунтин Кинг. Панда сейчас сделает дыхание. Все красное. Где дриады? Где дриады? Не должны были.
Дриады далеко, козы боятся подходить близко к рифлам, это опасно для здоровья. Панда закупает бутылек регенерации маны, закупает бутылек лечения. Даже кулдаун не прошел у него, нужно диспелить элементали, потому что это путь для пятой панды, и там будет очень сложно. Первый медведь. Неужели он под шумок успел заказать грейд на Тайр 3? Какой молодец! Какой молодец! Кстати, очень плохо Присте сейчас, очень плохо дриадам. Правда, в куче рифлы, подходит сзади панда, делает дыхание, делает пары. Все красное лечение, что... Ой-ой-ой, мейн закончился. Но и у Хумана тоже мейн закончился. Поэтому сейчас особенно важно. Да, доделывается грейд на Тайр 3, первые медведи уже появились. Сейчас главное тянуть время, а этим, собственно, Мун и занимался. Появилась первая реджув, появился первый реджув. Сейчас будет лечение панды, лечение Присты. Ух, дрядки бегают, прыгают, стараются там кого-нибудь подрезать. Желательно приста, приста легче подрезать, чем рифла. А, ну сзади на хвосте минус, минус дриаду. Там еще баш подействовал на дриадку. Сейчас еще ее окружат, кстати, там... Да, окружили дриаду. Но, в принципе, судя по пикселям, у Муна еще где-то 700 голды. Доделывается грейд на Тайр 3. Он, в принципе, сейчас может докрепить панду на нейтральчик до 5 левела. У него получится панда 5 и медведи. В то время как противник идет ставить экспанд, спасает своего виспа, там делает диспл. Ох-ох-ох-ох-ох. Серклетка выпадает из волков. У Присты практически там тоже 5 левел. Берет всех своих виспов, там их 9 штук, идет крепится на лагерь наемников в центре. Там, кстати, неплохой товарищ продается с Близзардом. Вот, и начинает крепиться. Тут герои танкуют, рассчитывая на реджув, выходит из лимита Мун в медведей. Мейн у него выкопался, в то время как противник ставит экспанд. Как бы тут довольно спокойно все. Первые мишки, уже 3 медведя. Панда крепится, Приста третья, ой, Приста в смысле пятая, третья аура у нее. И панда тут тоже практически получила пятый левел. Не знаю, получит или нет. Убили дриадку одну, неприятно это. Томофагилити, да, и почти панда пятая, не, хватит, не хватит, не, не хватило чуть-чуть на пятую панду. Нычка выкапывается. Ворота ломаются, и сейчас бы найти какого-нибудь вообще... Ну, даже это не обязательно, потому что битва начнется с диспола и лема, а это пятый левел панда. Сейчас нужно просто немного подождать, потратить. Там еще два медведя, кажется, выходят. Даже три медведя выходят. Один вышел, еще двое. И вот они, спасительные крипы. До пятого левела чуть-чуть вот осталось. Да, начинает крипиться Приста на этих маленьких скелетиках. Панда смотрит на все это дело и учится уму-разуму. Вот, но все еще не пятая. Все еще не пятая. Вот она, пятая панда, реджув, медведи и атака. Так, мейн помогает. Диспел лемов, раз, два, три. Дыхание диспелит сразу же противник. Пары, подходят менты. Это финальная битва. Медведи телепортируют. Очень-очень битые медведи, но они сюда же падают на мейн. Диспел лемов, раз, два, три. Раз, два, три. Промахивается, диспелит рифла. Еще минус медведь. Панда дышит. Ой-ой-ой, у Маунтин Кинга очень мало жизни, его начинают атаковать, очень-очень-очень мало, и Маунтин Кинг падает. Следующим на очереди Архмаг, у него тоже очень мало жизни, и GG пишет. Эхо, отличная игра, но тут уже без героев ничего не смогут сделать рифлы и кастеры. Эхо, прикольная получилась игра, мне очень самому понравилось, скорее всего, вы это тоже заметили. Неординарное начало, и... Практически постоянно контакты, постоянно бои. Вот что сделал эту игру. Ну, на голову выше остальных, которые сейчас проходят на ПГЛ. Ну, то ли еще будет, потому что будет еще финал. Надеюсь, что Мун все-таки одержит победу в третьей решающей битве против ТХО. Вот, надеюсь, вам понравилось. Заходите на Good Game, играйте в Warcraft.